Уехать на заработки в Москву или остаться работать в Чувашии? Этот вопрос часто встает перед специалистами республики. Чтобы повысить престиж рабочей специальности, показать возможности трудоустройства в нашем регионе, в республике проводятся конкурсы молодых специалистов рабочих специальностей. Один из таких сейчас проходит в Чувашии. Наша съемочная группа сегодня выясняла, как можно повысить престиж рабочих и раскрыть таланты. Молодые сварщики, парикмахеры, повары и каменщики республики, которые еще учатся, но уже кое-что умеют, соревновались в мастерстве и знаниях. И, возможно, уже нашли себе работу. А это одна из главных задач республиканской открытой олимпиады профессионального мастерства молодых и обучающихся специалистов. А пока молодежь трудилась, в режиме онлайн за ней наблюдали организаторы и участники мероприятия. У нас в Чувашской республике проблема трудоустройства рабочих и специалистов среднего звена практически нету, потому что их большая нехватка. 80% вакансий в Государственной службе занятости населения – это вакансии рабочих и специалистов среднего звена. Сварщики – это, я бы сказал, одна из самых востребованных профессий рабочих у нас в Чувашской республике и, наверное, в целом по России. Чувашия – одна из первых в России подключилась к движению WorldSkills и уже второй год готовит своих специалистов к участию в конкурсе. Среди заявленных кандидатур – как будущие специалисты средних профессиональных заведений, так и студенты вузов. По стандартам WorldSkills конкурс рабочих профессий и профессионального мастерства – это праздник, это олимпиада, где ребята соревнуются между собой. И, естественно, это все открытые площадки, где могут пройти зрители посмотреть, работодатели посмотреть, родители посмотреть, школьники. И это всегда праздник, зрелищно. Рабочие профессии востребованы, но желающих пойти по стопам рабочего класса больше от этого не становится. И дело даже не в зарплате, а в низком престиже профессии, который и собираются поднять организаторы олимпиады. Для нас важно то, что наши дети будут участвовать, победители регионального чемпионата будут участвовать в первенстве России по рабочим профессиям. А лучшие из них, я очень надеюсь на это, смогут участвовать и в первенстве мира. Для нас важно это то, что мы, участвуя в этих чемпионатах, мы можем сравнивать уровень профессиональных компетенций наших молодых рабочих и выпускников учреждений профессионального образования. Специалистов много, но хороший специалист всегда в цене. Поэтому участников конкурса и болельщиков с каждым годом становится все больше. И это еще не предел. Ведь, как отметили организаторы мероприятия, сильные рабочие – это выход на новый уровень развития, высокая производительность труда и рост экономики страны. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика.